Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня у нас концерт в Дюссельдорфе, домашний концерт. Приветствуем всех, кто сегодня у нас дома на этом концерте, и всех, кто смотрит нас на прямом вещании в YouTube на нашем канале. Привет, друзья! Сегодня у нас в гостях Нателла Болтянская. Глупейшее занятие объяснять вам, кто она такая, потому что вы и сами знаете. И про «Эхо Москвы» знаете, и про песни знаете, и про все остальное. Я тут от себя добавлю, что вот-вот выходит, Нателла заканчивает книгу на любимую мою и бесконечно для меня интересную тему о советских диссидентах. Вот. Книга, правда, на английском языке, она ее... Я ее спросила, тебе все равно на каком языке писать, на английском или на русском? Она сказала, что на английском она слегка напрягается, но лучше писать, чем переводить. А также документальные фильмы на эту же и на прочие другие замечательные темы, которые лично меня волновали всю жизнь и продолжают волновать. Вот этим она занимается. Песни ее, вы сами знаете, что она очень талантливый и отважный человек. В общем, такие, дорогие друзья, у нас сегодня встреча. В нарушение, традиционное нарушение наших жанровых особенностей, хочу сказать о своем первом впечатлении от Нательлиных песен, когда я ее услышала. Я услышала силу удара, и я, как старая боевая лошадь, сразу так напряглась, встала в позу атаковать или защищаться, и вспомнила совсем не бардовскую историю, а из истории русской живописи и коллекционирования. Не то это был Мамонтов, не то это был Морозов. Кто-то из этих купцов, которые сделали всю русскую живопись и все музеи, который был с хорошим тонким вкусом, собирал вот такое искусство. И тут начало века, Париж, Пикассо. Все в Париже, все Пикассо. Приезжают молодые художники и говорят: покупай Пикассо, покупай Пикассо. И он с ужасом и отвращением купил одно такое полотно Пикассо, принес в дом, сел перед ним вот так вот в кресло и стал с ненавистью на него смотреть, потому что сила удара была такова, ему было не пережить эту силу удара. И он мучился, потом повесил в проходной какой-то зале, мимо которой он ходил, каждый раз вот борясь с этой картиной. И, наконец, какое-то время спустя он ее вынес, и тут оказалось, что все, что у него есть, стало серым, скучным и поблекло. Вот когда я стала слушать Нателлины песни и вот эту силу удара отражать, принимать, вот какое-то время прошло, и я подумала, как-то все у нас, в общем, очень колыбельно выглядит. Вот. Так что сегодня вы сами будете в очередной раз на таком близком расстоянии это воспринимать и определять эту силу удара. Я очень рада за себя и за вас. Начинаем. Добрый вечер. Но после таких представлений самое правильное – это тут же взять и умереть. Понимаете, да? Вот, но я постараюсь не подвести. Значит, у нас с вами по протоколу история такая, что первое отделение мы транслируем, а второе отделение будет эксклюзивно. Так сложилась моя, как это сказать, немецкая жизнь, что в 2006 году я познакомилась, это была незабываемая сцена, я познакомилась на фестивале в Болгарии с Татьяной Синицыной. Можете себе представить, когда ты утром выходишь к бассейну, где большая бардовская компания, и видишь истинную леди, которая входит в этот бассейн в шляпке и перчатках. Это был удар на всю жизнь. Сила удара была непозволительная. Я подошла и говорю: а можно с вами познакомиться? Вот так мы и познакомились, с тех пор мы дружим. А в сентябре месяце 2018 года на слете, в Опертальском слете, я увидела совершенно чудное дитя, с которым мы заговорили. Я с изумлением услышала, что ребенок говорит без акцента. Это дорогого стоит в странах, куда уезжают наши бывшие соотечественники. Когда я спросила, как зовут девочку, девочка сказала, что зовут Алиса. У меня внучку зовут Алиса. И поэтому через 3 минуты я спросила, а где моя Алисочка? На что услышала возмущенный мужской голос: это моя Алисочка. Это был Олег. Вот. И сейчас, когда я приехала, спасибо Олегу и его семье, которые меня взяли под покровительство и свозили совершенно в замечательные места, а потом привели в свой замечательный дом. И я вдруг себя поймала на том, что когда я
составляла программу сегодняшнего концерта, я иду по реликвиям этого дома. В некоторых случаях это будут совершенно мои идиотские ассоциации, но вы меня уж простите за них. 1924 год. Из эмиграции возвращается такой странный человек по имени Марк Соболь, который сражался в Белой армии против Красной, потом в Красной армии против Белой. Потом он приехал в Советскую Россию, он писал замечательные совершенно рассказы. И в 24-м, наверное, году этот человек очень странно покончил с собой, до сих пор непонятно, что там произошло. И у него есть совершенно необыкновенный рассказ, который называется «Когда цветет вишня». И я, когда прочитала этот рассказ, я написала эту старую песенку, песенку, которая называется «Персияночка». Что за карты, да нагадали мне вкус постылых, несытых губ, одурь сонную, свечку сальную, трупы черные на снегу, жеребцами деревню топчете, одуревшие от вина. Вы усов не крутите, хлопчики, Атаманова я жена. Как ни ночь нас венчает заново у постели моей свеча. Что глядите, скажу хозяину, не помилует сгоряча. Я умею смотреть, как вешают, не дрожа, прикусив губу. Круговерти российской бешеной закрутила мою судьбу. Только смолкли разрывы частые, как в январской глухой ночи. Ворвались к нам в квартиру красные. Где тут доктор? Давай лечи. Мой отец перевязки сделал им. Оказалось, что был неправ, и его через месяц белые расстреляли, не разобрав. А потом офицеры пьяные до табачного дыма синь. А потом, не хочу обманываться, а сказать все как есть нет сил. И везет меня в легких саночках сквозь кровавый густой туман, белокурою персияночкой, смертью пахнущий атаман. И текут рекой речи вздорные беспощадной его любви. Его руки от гари черные, и по локоть они в крови. Вот и все, и о чем загадывать. Но порой я молюсь в ночи, чтобы в петлях болтались рядом вы, красно-белые палачи, чтобы каждому кол осиновый и тебе ненаглядный мой, чтобы плыл только звон малиновый над очищенной землей. Помню радостный звон к заутренне в час, когда еще город спит, горлу лезет осадок муторный, и уже не спасает спирт. Песенка называется «Сослагательная». Я сама не могу сказать, о чем она, собственно, была.
что не утро, то на море дурачины простофили. Сквозь потертые веревки просвистит девятый вал. Велико ли расстояние от насилия до бессилия? Влад броскам не репетируй назревающий скандал. Бог с тобой, скажи, старуха, видишь, рыбка золотая не спешит в твое корыто и в мой невод не идет. Плавниками драгоценными на солнышке играя, все богатство и дворянство наше мимо проплывет. Избиение младенцев, подрастающих героев не пугает, ну а мифы можно позже заучить. Кто там прав, кто виноват, а над разрушенною троей хриплой песенкой Кассандры безнадежно прозвучит. Что там Эйфелева башня, что там статуя свободы, что там флаг непокоренных, что нам духа торжество, что нам символ единения неизвестного народа, знак гражданского достоинства, увы, не моего. Перед зеркалом замри, пусть отражает амальгама все, что видеть ты захочешь, все, что Богом не дано, все, что мельком проглядели невнимательные дамы, кружки цахиса, цветное персональное кино. Воспаришь ты до кумиров нерожденных поколений, бег на месте станет общим воплощением пути, и вернется за тобою да по щучьему велению тот автобус, что вчера ты неудачно пропустил. Три дня назад замечательная семья Герберов меня отвезла в город Ахен, который меня убил совершенно. Я уже три ночи, по-моему, сплю с ахенской волчицей, потому что, ну, это же надо такое. А ведь вообще в историю человечности немецкий фольклор и эпос он внес довольно много. И я сейчас спою песенку, которая называется «Крысолов». Она посвящается детям Беслана. Знаете, когда случилась вся эта трагедия в Беслане, моя подруга, коллега, журналист Алла Боссерт, она написала тогда замечательную статью, в которой была такая фраза, Микусь, специально для себя. В 2004 году террористы захватили школу в Беслане, много было погибших, это было очень страшно, правда. И Алка тогда написала, что как жалко, что не нашлось Крысолова, который увел бы этих детей куда-нибудь, куда угодно. Город спит, как будто бы в темноте, руки улицы распластал. Крысолов, давай, уводи детей, пока день беды не настал. Пока боли нет, пока дремлет зло, пока новый день впереди. Пока спит отчаяние, Крысолов, уводи детей, уводи, уводи детей хоть на край земли, и во след им взглянуть не сметь. Уводи, пока их не увели в школьной форме, в строю на смерть. Уводи, хоть выплаканы глаза, в самый лучший внешкольный класс, но не в те края, где спортивный зал.
превращается в апельплац. Уводи детей от знакомых стен, развороченных пополам. Уводи от месива душ и тел, от беспомощных пап и мам. Уводи тех, кто остался жив, уводи скорей, не щади. Им не надо слушать, как заблажит чин в погонах на площади. Им не надо ненависти чужой, на себе познавать закон. Им нельзя стыдиться, мол, ты живой, почему же ты, а не он? Уводи детей в незнакомый мир, где ни властны, ни кровь, ни ложь. Крысолов, ну что же ты, черт возьми, свою дудку не достаешь. Оловянный марш. Вот представьте себе людей, которые на той стороне баррикады. Ужасно интересно, правда? Я в проблемы мировые не лезу, не планирую войну и восстание. Я солдатик из коробки железной, я лежу себе, пока не достали. Только снова сеют смуту смутьяны, а народ внимает им, рты разявив, и опять свой контингент оловянный вынимает из коробки хозяин. И не то чтобы я так ему верил, но мне проще делать все, что укажут. И не мается, по крайней-то мере, ни сомнениями, ни прочей блажью. Мне ведь не было уплочено вдвое, а коробка самому надоела. И над стриженной моей головою те же тучи, ну да мне нету дела. Что за знамя у меня за плечами? Что я делаю во имя державы? А хозяин пусть потом отвечает, коль штыки покрыты кровью державию. И не то, чтобы он мне бог на иконе, и не то, чтобы я не знала ему цену. И цена невелика, да на кой мне знать, кто встанет в перекрестье прицела. Ой, судьба моя, нелетная птица, в должный час и безнадежная робка, оловянные пустые глазницы глянут в небо над железной коробкой. Буду я бежать во фрунт, как на праздник, в чистом поле белый клевер повянет, а душа моя была ля на разве, окаянная в груди оловянной. И не то чтобы я убогий да сирый, божий замысел на мне не провален. Я солдатик оловянного мира, я такой, как и меня отковали. Несколько лет назад у меня был просто вот такой момент истины. Я получаю письмо от настоящего индейца. Вот про настоящего индейца. Мне пишет человек, если наберете в интернете, чтобы не подумать, что я вам вру, тут сочиняю, такое словосочетание «Педро Сааведра», то вы найдете странного человека, он чилийский индеец, который мне написал, что, ты знаешь, у меня такое ощущение, что ты поешь настоящие русские песни. Моя еврейская половинка дернулась, но я поняла, что такого парня упускать нельзя, я ему сказала, что ты хочешь. Он говорит, я хочу, во-первых,
произношение, чтобы ты мне написала транскрипцию каждой песни. А во-вторых, я хочу, чтобы ты мне перевела. И песню он мне задал такую, которую, в принципе, хрен переведешь. Пришлось перевести, я вам скажу, что он это поет гораздо лучше, чем я. В унисон поют два голоса, в унисон та-ра-ра-ра-рам. Это сон пустой, горестный, только сон. Старый сад запахнет травами, душный сад. А над ним летят октавою голоса. Точно капли крови падают год за годом, столько лет. Не судьба с судьбой заладили старомодный свой дуэт. Тихим звоном, дальним гомоном лежит аккомпанемент. Ну а я для их гармонии только струнный инструмент. Не в попад поют два голоса, не в попад та-ра-ра-ра-ра. Укрывает желтой полостью листопад. Шквальным ветром краски осени оборвет за полчаса. И плывут в холодной просени голоса. Помнишь, запахи дурманили летней ночью в том саду. Не судьба с судьбой шаманили и накаркали беду. Все не то, чтобы пропало ведь, но покрыто сединой. Голоса бессвязной жалобы зарыдают надо мной. Кто кого поют два голоса, кто кого та-ра-ра-ра-рам. Вытришь слезы горстью горести, ничего. Заживет до свадьбы, высохнет, как роса. Пусть их кружится над высями голоса. Что струна моя кормилица верхних нот не доберет. Не судьба с судьбой помирится, может, мне и повезет. Красной ленточкою волосы заплетая боль свою. Не судьбе с судьбой в полголоса тихонько подпою. В унисон, не в попад, кто кого. Сейчас мы пройдемся по Августининой живописи. Песенка называется «Баллада о практическом реализме». Я просто художник, причем неплохой, ваша честь. Вот кисть, вот очаг, вон котенок мурлычет под лавкой. И если у вас на портрете моем бородавка, то в жизни она у вас тоже, конечно же, есть. Вы в зеркало гляньте и шпагой не тычьте портрет. Да не было тени, и мухи на холст не садились. Но пары дукатов достаточно, ах, ваша милость, убрать эту мелочь, мазок
и ее уже нет. Мне хватит и пары дукатов, вот только жена сидела и шила, пока я замешивал краски. У ей не язык, а метла разнесет без опаски. Соседкам и челяди все, что видала она. Четыре дуката, простите, мой маленький грех. Супруга моя с юных лет слабовата глазами. Но кумушки наши судачат опять на базаре. У графа на лбу бородавка, мол, с грецкий орех. Четыре дуката, конечно, о чем разговор. Я рты им заткну, а на площади самой я вчера был. Они про барона судачат, на то ведь и бабы. А вас вспоминают в молитвах, мой добрый сеньор. А если бы вы мне предложили полсотни монет и стать живописцем на вашем подворье богатом, тогда бы поклялся я всей чистотою дукатов, что чище, чем ваши чела, по окрестностям нет. Натюрморт. От вселенских беспорядков есть спасение, террор. Вот опять с улыбкой гадкой каркнул ворон Невермор. Прибежали в избу дети, в торопях зовут отца. Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца. Он почти не разложился, и лицо его бело. Он уже расположился по-хозяйски за столом. Тятя, тятя, наши сети притащили подлеца. Тятя, тятя, как же с этим жить до самого конца? Вы давайте на отца, не наседайте, пацаны. Я с такими мертвецами прожил жизни хоть бы хны. На подмогу не зовите, это старая беда. Посидите, потерпите. Вдруг он сам уйдет куда? Он отъестся толстый гладок, он немного подрастет. Он такой у нас порядок, всем на зависть наведет. Будут пряники на ужин, будет брашка на обед. Будет нам никто не нужен, ни свояк, ни сосед. Он не жалует вниманием, он не сеет благодать. Он решит, кого в заклание просто так ему отдать. Будет, как и нигде на свете, жечься стылая вода. Собирайте вещи, дети, и бегите навсегда в никуда, хоть куда. Сейчас я вам расскажу одну историю. Песенка называется «Пропавший». Однажды гимны взовьются в небо, рассыпав меди победный звон. Он просто сгинул, как будто не был, как будто ветер унес его без разговора и приговора, оставив вечный кровящий шов спасенных жизней
на целый город, и в этот город он не вошел. И те, кого он достал из нетей, из душегубок, огня и пуль, уже седьмое десятилетие, твердят неслышно, вы где, Рауль? Какие боги его отдали? Убить в дороге, сгноить в тюрьме? А может, выжил? Его видали за Магаданом на Колыме? А вдруг не гибель, но просто рана? Не кровь из раны, слеза из глаз. И он являлся, простить тирана, забытым ангелом в смертный час. А вдруг конвойный напутал графы, гудят лубянские этажи под стук тюремного телеграфа. Рауль за стенкой, он здесь, он жив, не промахнуться, не ошибиться, под левой грудью не зря болит. А вдруг казанская спецбольница на вечной койке его хранит? Пусть неизвестность меня повяжет, безумной верой навек задев, я повторяю за тем, кто скажет: Рауль, вас ищут. Рауль, вы где? Светлой памяти Рауля Валенберга. Надо что-то веселое. У меня есть неудавшаяся история из моей личной жизни. Много лет назад у меня была няня, которая мне, пятилетней, родившейся уже после того, как герой этой моей песни, так сказать, ушел в опалу и был отправлен в отставку. Так вот, она мне пятилетняя, она говорила. Она сидела при Сталине, потом ее выпустил, понятно кто. И она стала страстной поклонницей Никиты Сергеевича Хрущева на всю оставшуюся жизнь. И мне пятилетней всегда говорилась фраза: вот вырастешь большая, красивая, выйдешь замуж за Хрущева. Жизнь не удалась. Но Никита Сергеевич остался моим героем. Как и нетрудно лям тянем, но однажды повезло. Над казенными домами, над кандальными путями солнце лысое взошло. Отряхнем уже колени, память прах, а не зола. Об ушедшем сожалея, выноси из мавзолея предыдущего орла. Все плохое забудем по-девичьи, а хорошее вспомним еще. Дорогой наш Никита Сергеевич, незабвенный товарищ Хрущев, был шутом на ближней даче, списки смерти составлял, пел хвалу, да как иначе, нахимичил, напортачил, но Лаврентия погнал. Не болтался у обочин, делом партии горел, общей дурью заморочен, крови лил не меньше прочих, но в 20-й съезд прозрел. Все плохое забудем по-девичьи, а хорошее вспомним еще. Дорогой наш Никита Сергеевич, незабвенный товарищ Хрущев. Ложку ласки, миску таски, каплю воли для невежд он сорвал с кумиров маски, он стрелял в Новочеркасске, танки гнал на Будапешт. Вслед ему не скажешь плохо, пышной славы не огреб, сколько сил зазря угрохал, просто треснутый эпохой, как ботинком прямо в лоб. Все плохое забудем по-девичьи, а хорошее вспомним еще. Дорогой наш Никита Сергеевич, незабвенный товарищ Хрущев.
Сейчас, раз мы уж пошли по советским руководителям, есть еще один человек, про которого я не могу не сказать. Дело в том, что когда ему исполнилось 80 лет, меня вызвал главный редактор «Эхо Москвы» и говорит: слушай, коньяку хочешь? Я понимаю, что дело плохо. Я говорю: а что? Осторожно. Он мне говорит: ты пей, пей. Думаю, ну все. Он говорит: а хочешь завтра на работу не приходить? У меня уже все, мороз по коже. Я говорю: ну ладно, что случилось, Алексеевич? Он говорит: у нас, говорит, юбилей Горбачева. Я говорю, и он мне говорит: стихи пиши. Дело в том, что Михаил Сергеевич дал лично мне две свободы: свободу слова и свободу выбора. Вот мне лично. Все было. Есть за что корить, но на сегодняшний день эти свободы, которые мы так бездарно просвистели в более позднее время, для меня остались. И я поняла, что... А надо сказать, что ведь у Михаила Сергеевича свои отношения с жанром авторской песни. Много лет назад однажды съемочная группа Мосфильма поехала снимать «Ставропольский край». Там был Юрий Иосифович Висбор. И когда съемки закончились, их первый секретарь крайкома пригласил к себе выпить. И когда Висбор вернулся, он сказал: боже, какой классный мужик, и как жалко, что он никогда не будет генеральным секретарем. Фамилия этого мужика была Горбачев. И я честно сейчас скажу страшную вещь, которая пойдет на трансляцию. Мне не очень нравится песня Висбор. Это моя вкусовщина. Но я понимаю, что Висбор — это не только не все про авторскую песню. Поэтому я взяла в союзники Булата Шаловича Акуджаву. И надо сказать, что я сидела с трудом, писала. Вот, мне звонили всякие мои сотрудники, помогали. Не страшно переть напролом за державу родичьим. История нам объяснит, где алмаз, где зола. А все-таки жаль, что нельзя с Михаилом Сергеевичем опять допорушить навеки империю зла. Осколки ее перманентно в сознании болтаются. Вот сколько живу, до сих пор непонятно порой. Легко демократы в среде демократов рождаются. А как прорасти в демократы из политбюро? Я кланяюсь низко прогрессу на свете глобальному. Спрошу потихоньку, покуда не прибыл конвой. Берлинскую стену сломал, хоть была капитальная. Так может быть, он и кремлевскую может того. Тут мне звонит моя коллега Бычкова и говорит: слушай, а ты знаешь, что он был в масон? Сказала я. Я радуюсь гласности, только не все рассекретили. Поскольку сама из попивших славянской воды, пускай хоть теперь мне, как жидомасонке, ответит он, что нужно обрезать масону, вступая в ряды. Всеобщее пьянство рождало последствия скверные, что после вполне подтвердил неудавшийся путч. Он вывел нас всех из бараков, а то бы, наверное, мы сами давно бы в них заперлись, выкинув ключ. Давно все кредиты, доверие, власть порастратила. А было бы славно бы, коли бы учла прецедент. Пусть нету страны, и уж нет, слава богу, той партии, но первый был и останется мой президент. Спасибо. А где-то в городе Кливленде мне морду пытались за эту песню набить, но я всегда готова в драку. И пришлось отстаивать Михаила Сергеевича. Хотя, знаете, у меня была замечательная совершенно история. Я несколько лет назад сняла документальный сериал про диссидентское движение. В частности, я нашла потрясающего дядьку. Дядька просто влюбится сразу. Его зовут Николас Данилов, он жив, здоров. А родители декабристы, понятно, что он из России. Уехали они еще до революции, он родился в Америке.
То есть там прадед был декабрист, а дед был какая-то честь и слава Российской имперской армии. И вот в 86 году журналист Николас Данилов приезжает в качестве корреспондента в Москву, и его незамедлительно арестовывают. Арестовывают его, вам расскажу, за что. Дело в том, что в это же время в Нью-Йорке арестовали такого советского шпиона Геннадия Захарова. И советским очень нужна была фигура на обмен. И вот что интересно знать про принцип разделения властей в США, когда Рейган сказал, ну понятно, мы его будем обменивать, Конгресс им сказал, нифига. Мы не будем обменивать невинного американского гражданина на виновного, все было доказано, американского шпиона. И в довесок к Николасу Данилову выдали основателя московской хельсинской группы Юрия Федоровича Орлова, там еще кое-кого, он такой не слабый был обмен. Я нашла этого дядьку в Бостоне, я ему позвонила, это был, наверное, конец марта 2014 года, попросить разрешения, чтобы к нему приехал мой оператор снимать. И он на не очень хорошем русском языке, он мне говорит, да, конечно, я дать вам интервью. Что у вас там с Крымом? Не захорошело. Я поняла, что я уже его люблю. А в прошлом году я попала в такое, есть такое замечательное место в Америке, называется оно Сими Вэлли, это в Калифорнии, это архивы и библиотека Рональда Рейгана. И я, роюсь в этих бумажках, вдруг нахожу письмо, которое от имени Горбачева пишут Рейгану о том, какая сволочь шпионская Николас Данилов. И я звоню этому Николасу в Бостон и говорю, Ник, вы меня помните? Он говорит, не очень, а что вы хотите? Я говорю, я хочу вам дать взятку. Он как бы включился, он говорит, это интересно, а что вы мне хотите прислать? Я ему послала этот документ, и вот я получила ответный звонок со словами «Я вас уже, пожалуй, люблю». Это было очень много. А сейчас я вам спою песню, которая на самом деле боль моя и любовь моя. Дело в том, что вот вся эта история с Крымом, она ведь на самом деле жестоко разделила все общество, независимо от уровня креативности его членов этого общества. Много лет назад, это был, наверное, год 81-й, я училась, кстати, с Дмитрием Львовичем Быковым в школе юного журналиста в МГУ, и у нас там была совершенно потрясающая девка, ее звали Татьяна Милова, она писала феерические песни, удивительные совершенно песни, потом как-то так мы потерялись, прошло много лет, я случайно нашла ее на Фейсбуке лет 5 назад и стала ее уговаривать прийти ко мне в программу авторской песни, которую я веду на «Эхе Москвы», уговаривала, то горло болит, еще что-то болит, не хочу, не могу. В прошлом году вдруг я получаю от Тани ответ. Ну, хорошо, я готова прийти к тебе, только я буду читать стихи. А у нее была моя любимая песня про пастушку. Я ей пишу, Тань, а ты мне пастушку не споешь? Она говорит, ой, нет, я гитару в руки не беру. Я говорю, ну, хорошо, давай я тебе ее спою прямо на эфире. В общем, с точки зрения промоушена не очень известного поэта, это хороший шаг. Она мне говорит, слушай, пишет, а давай я к тебе приеду в гости, и мы с тобой прорепетируем, вдруг вместе споем. И вдруг у меня, как это начинается, некое несварение желудка. И я почему-то ей пишу, Тань, а Крым не наш? Ответ. Крым наш. А какое значение это имеет для передачи? Тань, никакого для передачи, только в дом ты ко мне не войдешь. Меня тут же удаляют из друзей, а песня-то гениальная. Это песня, наверное, вот 82-го года где-то так. Кого-то зовут на свадьбу, кому-то пора на свалку. Классическая петрушка, кто с брюхом, а кто с горбом. Вот только она прекрасна, как сливочный торт на праздник. Фарфоровая пастушка, пустышка, тирлим-бом-бом. На бабушкином комоде, на дедушкином камине, под глюка или рассини, застыв в элегантном па, когда-то в безумной моде, а ныне и нет в помине. Ах, где вы, моя богиня? Ах, как ошиблась судьба! И пусть говорят, что поздно, и пусть говорят, что пошло, что слоники до копилки, типичный мещанский быт. Но все же я скорее поверю в ее кружева и веер, чем в речи из-под копирки. Вот так-то тирлим-бом-бом. Шампанское на исходе, но устрицы от тальона. Графиня зовет барона устраивать фейерверк на бабушкином камине, со шлейфом и в кринолине, в забвенье и нафталине, смеется пройденный век.
И пусть ежедневно бьются очки, зеркала и блются. Не бейтесь, моя богиня, об стенку прелестным лбом. Барон изменил графине, а огонь догорел в камине. Ах, только б не оглянуться, все будет терлим-бом-бом. Но так все порой серо, но так не хватает севра. Последней грошовой чашки сегодня не по себе. Фаянс или фарфоре, сегодня мы не в фаворе. И бьют нас на чье-то счастье, а вовсе не по злобе. Прощайте, барон, бывайте, мы будем встречаться редко. Да плюньте на это ретро, не нужно стихов в альбом. Ну что же, барон, давайте носить пиджаки и джинсы. Уж лучше быть ближе к жизни, чем к смерти, тирлим-бом-бом. Оставьте эти гримасы, я тоже люблю пластмассы. Придется моей пастушке свой век коротать одной. Да-да, я шагаю в ногу, да-да, я начну все снова. Зачем же мне дарят хрюшку с прорезанной спиной? Сейчас еще одна такая история. Вам как, повеселее или погрустнее? Ну, вы понимаете, что легко не будет. Так как это, в позитив, негатив? Позитив. А не так давно Российская Государственная Дума приняла закон о том, что ругать власть придержащих нельзя. В 1990 году, когда был принят закон о том, что нельзя оскорблять президента, как он тогда назывался, я написала такую песенку. Называется она «Баллада о царском указе». Однажды русскому императору принесли на подпись дело по доносу на дворянина Афанасия Булгакова, который очень скверно повел себя в публичном месте. Метались тени и росли на складках пыльных штор. Царю на подпись принесли суровый приговор. Там в подземелье на замке вандалы и еретик. Посмел он плюнуть в кабаке в пресветлый царский лик. Велением забыли, чьим решили сгоряча ему похмелье вылечить рукою палача. Вливался в окна лунный свет, и вот указ готов, чтоб царский не висел портрет по стенам кабаков. А что касается того, кто казни завтра ждет, веревку тратить на него по рангу ли почет, гоните прочь из-под замка, пускай себе идет, ведь на холопа дурака российский царь плюет. Блюсти престиж наш первый долг, но что ни говори, в указах понимали толк покойные цари. Сейчас спою еще одну грустную историю. Однажды я решила... Знаете, меня довольно часто в интервью меня спрашивают, а почему вы не пишете про любовь? Я говорю, у меня все в порядке. Однажды я решила, что надо написать песню про любовь чисто умозрительно. Вот посмотрите, что у меня получилось. У меня получилась песня про взаимоотношения российской власти и крупного бизнеса. Оперетка. Гертруда знает толк в лафите-скачках и мужчинах. Под челкой синий взор ее приятно глуповат. Ей бравый лейтенант милей напыщенного чина, но в споре с нежным сердцем побеждает голова. Гертруды губки сахарны, Гертруды шляпки дороги, за шелковые платьица уплачено сполна. Гертруда от полковника не то чтобы в восторге, но склонна уступить его стратегии она. Полковник, солдафон, нет, не 20, не дождаться ведь ни принца и ни чуда. Богиня гарнизона пудрит носик поутру и локоны взбивает в честь полковника Гертруда.
А то, не дай бог, Анна или Клара подберут. Гертруда сдастся натиску упорного вояки. Гертруда будет нехотя визиты принимать. Там будет даже вызов на дуэль, а вот до драки не доведут и дело, постараются замять. Полковник солдафон, и на плечах у него перхоть, и юмор соответственный, точнее, полковой. Еще он лысоват, но это если смотришь сверху и не мешает шалостям в колено-локтевой. На службе хмурый мстителен, а в женских ручках тает, и в обществе Гертрудином, конечно, демократ. Он Гейне по-немецки в полголоса читает, он станет ей убежищем от горестных утрат. Полковнику скромная Гертруде новый капор, на пару-тройку месяцев полковник не беда. Потом он, заскучав, на перевод напишет рапорт. Так думает Гертруда, только это навсегда. Глазами не стрелять ей, как в войну из всех орудий, но каждый день согнувшись, драть ваксы и сапоги. И в смену караула не видать теперь Гертруде ни вальсов, ни букетов, ни полковников других. Расслабились, да? Баллада о колокольчике. Я иду по дороге, глаза опустив. Путь земной мой не прожит, но кончен. И шаги повторяют простецкий мотив. Это звякает мой колокольчик. Эй, прохожий, молитвой меня помяни, задаваясь вопросом решенным, почему, по кому колокольчик звенит и прикрыто лицо капюшоном. Сколько раз мне казалось, что я ни при чем, если стадо, то пусть их погонщик равнодушно торопит на бойню бичом. Вот тогда б извинеть в колокольчик. Было время собою и миром в ладу, не жалел мелких денег убогим. Только кто бы сказал мне, что сам побреду с колокольчиком вдаль по дороге. Эй, прохожий, молитвой меня помяни, задаваясь вопросом решенным, по кому, почему колокольчик звенит и прикрыто лицо капюшоном. И не то, чтобы я был трусоват или лжив, осторожен и в меру уклончив, так и жизнь пролетела, а я заслужил колокольчик, один колокольчик. Я страдальцев жалел, но не лез на рожон, подчиняясь вельможам и судьям. Я считал, что поклон — это только поклон, и с поклона меня не убудет. Укрощал по приказу и дух, и я, и плоть, лишь бы битым не быть и голодным. Верил я, что строптивых не любит Господь, а покорные небу угодны. Но теперь я ни шею, ни спину не гну, защищенный своим капюшоном. Расступитесь, сеньоры, с дороги, а ну! Прокаженный идет, прокаженный, по тебе ли, прохожий, беда запоет? Будет долог твой страх,
Да игольчат капюшон прикрывает уродство твое. По тебе голосит колокольчик. Несколько лет назад я писала свою обычную для меня вот это вот, знаете, как это моя такая одна альтернативная реальность. Одна из них — я живу в обстановке Холокоста. Я вижу это, мне снится это, я четко совершенно вот ощущаю этот удар в грудь, когда стреляют. И вот я сочиняла такую историю, и вдруг я узнаю, что замечательный российский музыкант Юрий Абрамович Башмет подписал некое поганое письмо. И я написала песню «Выживший» и посвятила ее ему. Не судите Моню строго, он угрюмый одинок. Хоть и был скрипач от Бога, только Бог не уберег. В нарукавниках конторских, с вечной скрипочкой в руке, знали все его в шахтерском невеликом городке. И когда евреев гнали, немцы в рощу на расстрел, скрипку в старом одеяле он бросать не захотел. Шел в колонне с лапой жалок, только вечность впереди. Внука за руку держал он, скрипку нес, прижав к груди. И какой-то в черной коже, ухмыляясь, произнес: скрипку ты принес, ну что же, так играй уж, коль принес. Будь нам весел, будь нам звонок, как на танцы в Новый год. И за это твой жиденок, может быть, живым уйдет. Он не знал своей ошибки, как в Египте петь рабам. И звучала громче скрипки автоматная пальба. Пальцы бегали проворно, вел мелодию смычок, и внучок стоял покорно перед черным палачом. И рука по струнам снова, и нельзя взглянуть назад. Всем был общий уготован, а ему отдельный ад. Полицай сказал тихонько: тут ни цирк и ни кино, зря ты мучишься, Монька, парня грохнут все равно. Так и было, так и вышло, страшный сон, да наяву. Мальчик сгинул, Моня выжил, пролежав 3 дня во рву. Глядя в небо взором шалым, он все время повторял: ну зачем же я играл им? Ну зачем же я играл? Спасибо. Глядя в небо взором шалым, он все время повторял: ну зачем же я играл им? Ну зачем же я играл?